Всем привет, ребят, с вами Кайсер и Кот, добро пожаловать на новый видосик. И сегодня у нас с вами реакция, наконец-то, с Кинги Туалетов. Меня много раз уже просили сделать продолжение, на удивление много раз просили, прям реально, прям много просило, чтобы я сделал, короче, продолжение с Кинги Туалета реакция, вот. Да я сам вообще-то хотел попробовать продолжить, потому что мне почему-то зашла вторая половина. Не знаю почему, но это, по-моему, в этом что-то есть. Вот. Еще подписчики прям писали, что 66-й серии. Я хотел дождаться 70-й серии, но подписчики прям писали, что 66-я серия прям вау, прям имба. Вот. Я, короче, должен, мне кажется, сейчас посмотреть. Вот. Ну, как бы они сами там проголосовали, все это делают. Ну, короче, вы поняли. Но мы уже смотрели 60-ю серию, но начнем 60-й серии, чтобы хотя бы побольше была реакция снова. Вот, так что погнали. Надеюсь, вы будете хорошо все слышать. Так, погодите. Вот так вот, все. Ну, это мы уже сами смотрели. Капец, как давно не смотрел с Кинги Туалетов. Капец, у него защитник. А я, кстати, мы когда смотрели, кстати, я уже радовался, думал, что наконец-то его убьют, эту крысу. И будет все типа круто, но походу нет. И они улетели просто. Имба, имба. Ля. И все. Но мы же знаем, что это не все. 61-я серия. Я не смотрел, не знаю, почему там отметка. Возможно, она как-то случайно попалась на рекомендации. Я как-то случайно ее посмотрел. О. Вот здесь, говорят, появилась, короче, вумен, и прям там так орали. А тут говорю, что они типа скатились. КЗ. Серьезно, погоди. Вот это. Нет, смотрите. Нет, только. Ой-ой-ой-ой-ой, что это было? А что она выкинула? А, она своим... Ой, фу. Завыла. Ля, хорош. Ой, блин, я умираю всегда с этого. Ой, нет. А хотя так и надо было, но все равно нет, это не то, что надо было. Теперь 62-я серия, да, погнали 62-ю серию смотреть. А, погоди, полный экран. Ля. Блин, как я давно не смотрел, я прям рад почему-то, да? Господи! Жесть! Блин, звук такой хороший сейчас был. Он даже меня напряг. Йоу. Блин, я жду какой-нибудь хоррор про Кинги Туалетов. Я не помню, я вроде бы снимал подобный хоррор, но это не то, что надо было.
Вот, он вообще говно, я решил не выкладывать. А, не, да, я снимал один хоррор про скрипт туалеты, но так и не выложил еще пока что. Я даже не знаю, надо ли это выкладывать вообще. Сейчас третья серия, погнали. О, что-то крайзис какой-то пошел. Чет! Они новую пушку изобрели или это старая? Не помню. Блин, какая графика стала, слушайте. Они прямо по-моему графику изменили, нет? По-моему, тут какое-то отражение появилось и персонажей. Да! Блин, прям хорошее такое отражение красивое. Глаза. Ой, прикольно. Это подписчики? Давайте, ладно, смотрим и скажу кое-что. Да, да, кстати, кстати, вот он. Мы еще в какой-то серии видели, как, когда мы умирали, ну, с экрана, с записи. Подходил вот подобный человек. Еще, короче, кто-то из подписчиков кидал прям скрины мне в личку. Он прям искал прям тщательно. И вот на каждой серии он просто кидал скрины мне, где находится этот челик. И прям там, прям там много реально моментов. И еще в будущем моменты должны увидеть. Я вот не знаю, кто это такой вообще. Это обычный человек, да, насколько я понимаю. Блин, так вы свой садит напрягает, блин. Хотел сказать. Ой, блин. Даже его подорвали. Жесть, это, конечно, реально жесть. Не знаю почему, но это прям... Прям какой-то экшен реальный. Что очень неожиданно для меня. Так, 54-я серия. Так вот, что я хотел сказать. Кидайте, если есть какая-то хоррор-игра прям клёвая про скиви туалет, если что, кидайте. Я бы хотел поиграть на самом деле. Потому что мне очень нравится вот этот все... Вот этот взгляд с киви-туалетов меня напрягает. И я уверен, что хорроры с подобной тематикой, мне кажется, меня будет напрягать. И я, скорее всего, буду пугаться. Вот. А еще их не скример тоже прикольные. Ой, бы какой-нибудь опытный разработчик взялся бы за подобную тематику. И как можно быстрее. Я бы хотел в нее сыграть, реально. Наши старые друзья. Хорош. Просто смыл. А чё у них нет... Опа. Наверное, что-то сейчас будет. Чё у них нету какой-то защиты для вот этой вот смывалки, чтобы их не смывали? Не знаю, сделали бы просто, ну... Хотя бы металлический корпус какой-нибудь, который защищает. Я, конечно, наверное, не за сторону скиби-туалетов. Вот, но все равно, мне кажется, было бы... Нет, они же умные, наоборот. Они умнее, чем вот эти вот все. Мне кажется, надо догадаться это сделать, нет? Это бомба, да, наверное? Да, это бомба, похоже. Он взорвался? Нет, хорош. Yeah.
Все, они куда-то улетели. Вон он опять, я его только сейчас заметил. Вон он, этот дядя, я не знаю, кто это. Он исчез. Он только что исчез. Прямо на глазах. Так, 65-я серия, погнали. О. Чего? Он не убил его? Господи. Это не поможет же. Да, это не поможет. Пытается дергать. А, то есть он его бросил, что ли? Господи. Блин. Слушайте, это прям реально, прям вау. Господи. А внутри в него еще один был, да? Он жив. Но ему плохо. Ему плохо, ему это не нравится. И последняя серия, которую прям нахвалили. Если сейчас мне очень нравится, как они делают, то вот последняя серия, которая 6, такой, которая 3 минуты, кстати, больше, наверное, всех остальных. Последняя серия, чуть 45 миллионов просмотров. Опять же, вот последняя серия, вот, походу, будет что-то с чем-то для меня. Погнали. Они реально графику поменяли, это прям видно. Тут графика прям изменена. То, что они первый раз выкладывали, то, что сейчас. Видно то, что прям лучше стало. Скибидиски. Ладно, я думаю, здесь что-то деятельное будет. Чего? Не понял. Ааа, фу. Что происходит? Что происходит? Что это такое? Прикол. Вуманс. Жесть, блять, как это крипово выглядит реально. Прикольно и крипово это вообще, блин.
Блин, прикольно. Все исчезли. О, нет! Ах ты ж тварь. Он напоследок очки одел. Ой-ой-ой, блин. У меня аж мурашки, у меня прям реально мурашки идут, это прям вау. Господи, как? Как ему дается, не понимаю. Я в шоке. Я замолчал и ничего не говорил сейчас какое-то время, потому что я реально в шоке. Это... Извините меня, это прям вау. И мне кажется, вот на 66-й серии как раз, типа, не знаю, как будто сезон заканчивается, потому что настолько все эпично было. В прошлый раз мы тоже вроде бы как когда заканчивали... Ну, тоже что-то подобное, короче, было, вот. Хотя там всегда один экшен какой-то происходит. Короче, ребята, на этом все. The Black Eyster Code. Это, блин, это вообще. Я в шоке, да. Можно сказать, я в шоке. Это прям вау. Ну что ж, ребята, всем покедово. The Black Eyster Code. Люблю вас, удачи. Покедово. Я сделал реакцию, как вы хотели, как я и обещал. Давайте, удачи. Люблю вас.